Во время встречи с генеральным секретарем Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии Лим Бенджином председатель правительства Приморья Вера Щербина предложила провести выездную сессию ОРАСВА в Приморье на площадке ВЭФ-2025. Сегодня, конечно же, объемы торгового сотрудничества Приморья, Республики Корея, они не соответствуют реальным возможностям по понятным для всех нас причинам. Но, тем не менее, мы хотим с вашей помощью активизировать диалог на региональном уровне и наполнить повестку новым содержанием. И мы считаем необходимым проинформировать вас о том, что наш край активизировал сотрудничество с Корейской Народной Демократической Республикой, и мы добились больших успехов в развитии двухсторонних связей в области спорта, культуры, образования и не ограничились перечисленными сферами. Однако мы открыты к диалогу и сотрудничеству с обеими странами Корейского полуострова и, конечно же, основываемся на принципах добрососедства, исторической близости и в целях обеспечения мира и стабильности в регионе. Обе стороны заинтересованы в активизации работы между двумя странами. Прежде всего, нужно развивать регулярные авиалинии между Владивостоком и Сеулом. Также в Хасанском районе строится морской курорт, который станет местом притяжения не только для россиян, но и для иностранных туристов. Мы заинтересованы в сохранении действующих двусторонних соглашений о сотрудничестве. Также мы открыты к прагматичному взаимодействию в торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах с регионами, членами ассоциации. И предлагаем рассмотреть возможность организации выездной сессии ассоциации в ходе проведения Восточного экономического форума во Владивостоке в следующем 2025 году. Это позволит нам серьезно подготовиться, расширить повестку нашего сотрудничества при внимании лидеров стран, участниц ВЭФ. Лим Бенджин ответил заинтересованностью в проведении такого мероприятия. Приморский край занимает важное место в сотрудничестве в Северо-Восточной Азии. Надеюсь на дальнейшее активное участие региона в этом направлении. В следующем году планируется Генеральная ассамблея ассоциации, где пройдут встречи губернаторов регионов-участников. Диалог между губернаторами весьма важен в непростой геополитической обстановке. Сейчас важное место в повестке деятельности ассоциации занимает развитие туристических и деловых связей. Диана Иванова, Новости на Восьмом.